Всем привет! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Меня зовут Ольга, и сегодня я расскажу вам, как в BizFarm Simulator пройти 11 квест «Мишки-пчелки». У меня на канале есть подробное видео, как проходить все квесты бизнеса 2024. Видео вы можете найти в плейлисте про BizFarm Simulator. Ну а сегодня видео будет посвящено отдельно 11 квесту. После 10 квесты у Мишки-пчелки становятся более сложными, поэтому приходится делать на каждый квест отдельное видео. Буду благодарна, если вы поставите лайк под этим видео, чтобы его поддержать. Ну а также, ребята, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Это очень важно для меня. Ну и давайте начнем. Итак, берем 11 квест у Мишки-пчелки. Ну, в принципе, не такой большой квест. Давайте почитаем. Собрать 4 миллиона белой пыльцы. Это можно делать на абсолютно любом поле, где вам лучше собирается, туда и идите. Собрали. Следующее задание – собрать 4 миллиона пыльцы с поля роз. Ну, это тоже просто. Заходите на поле с розами и фармите. Окей. Следующее задание – собрать 4 миллиона пыльцы с поля синих цветов. Оно находится вот здесь. Также заходите и просто собираете. Следующее задание – собрать 250 бу с подсолнечникового поля. Здесь вам нужно использовать или гам-дропсы, или надевать гамми-боты, если они у вас есть. Ну, в любом случае, это тоже легко выполняется. Быстренько все это собираем. Следующее задание – собрать 200 пыльцы с помощью ножниц. Ножницы находятся вот в этом магазине. Заходим, берем ножницы и теперь идем на абсолютно любое поле и собираем 200 тысяч пыльцы. Окей. Следующее задание – собрать 400 тысяч пыльцы с помощью острых ножниц. Острые ножницы находятся в профессиональном магазине. Заходим, вот они, эти ножницы, берем их. И теперь идем на абсолютно любое поле собирать пыльцу. Следующее задание – собрать 1000 токенов с кирпичного цветка. Для этого нам нужно идти в мини-игру. Портал находится вот здесь, думаю, вы уже знаете. И здесь в мини-игре вам нужно фармить вот такие каменные цветы. С них нужно собрать 1000 токенов. Для этого вам понадобится собрать не один цветок на этих полях. Следующий пункт – собрать 10 неоновых ягод. Их легко добыть с Мондо Чика, который появляется каждый час на поле в горах, или с грибов, которые появляются на карте 15 и 45 минут. С них очень часто выпадают эти ягоды. Следующее задание – использовать 10 жимолости, Honeysuckle. Это вот эти желтые цветочки. Я думаю, они у вас тоже есть. Для этого заходите в инвентарь и включаете он. Эти цветы срабатывают, когда у вас полный рюкзак. Они сдают часть вашей пыльцы автоматически в улей. У этого цветка есть кулдаун 30 секунд, поэтому вам нужно фармить и постоянно держать рюкзак наполненным, чтобы каждые 30 секунд срабатывал этот цветок. И таким образом вам нужно сделать 10 раз. Следующее задание с наклейками. Вам нужно отдать одну наклейку, может быть 4 варианта. Возможно, вам нужно будет отдать Мишке-пчелке 3 маленьких белых маргаритки. Или отдать Мишке-пчелке 3 маленьких розовых тюльпана. Отдать Мишке-пчелке 3 маленьких одуванчика. И отдать Мишке-пчелке 3 маленьких клещевины. Это вот такой желтый цветочек. После того, как вы выполнили все задания, идем сдавать квест. Разговариваем с Мишкой-пчелкой. И он дает нам вот такую награду. Ну вот и все, ребята. Если видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк. Ну а также подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.